привет, любимый, давно не был я в прямом эфире. Подсветка не очень, конечно, но как так? Привет, вы где? Кто мы? Ты с Лешей? Нет, я не с Лешей. Я сейчас еду на работу, Леха тоже. 10 часов выезжает. Вот, привет. Тусить не будете? Нет, сегодня не тусим, мы сегодня на работе. Сегодня, завтра, не знаю, может быть, воскресенье какой-нибудь выход сделаем, выгул. Вот. Состояние не очень сейчас, что-то приболел, походу. Думаю, лимончик купить съесть. А, поняла, вспомнила. Ну вот, почему Шевизу... Я Шеви завидую. Вопрос со Светой сегодня. Ага. Ну, я не знаю, мы только утром освободимся. И то, я думаю, что по состоянию здоровья мне придется отлежаться сегодня. Вот, воскресенье, я говорю, вот, мы просто так. Ведь как на личном? У меня никакой личной жизни, честно говоря. И я этому очень рад. Очень рад. Да, сейчас не до этого. Сейчас не до личной жизни. Вот так, твою мать. Пирогова, Москва. Она в Москву, ладно. Так. Да. Хочешь вернуться к Шеве? Нет, нет. Мы с Сашей уже вместе никак не будем. Вот, поэтому нет, никуда я не хочу вернуться. Так, что еще? Мне бы еще не смену отстоять. Вот это да, вот это я хочу. Фу. Давай, едьте, господа, едьте. Так долго все что-то делают, ужас. Человек Волкова. Так, мне кажется, любовь проходит внезапно. Ее не нужно планировать. Так и есть. Я не планирую ничего. Ставрополь большой привет. Дела, в принципе, неплохо. Хотелось бы лучше, но я думаю, что будет лучше. Мне сейчас надо график наладить, потому что я ночами не сплю, работаю, а днем отсыпаюсь. Так себе, конечно, ситуация. Но я хочу наладить свой график рабочий. Высокий парень. Привет. Привет, дорогая. Тати мисс. Так. Теперь мы выезжаем на МКАД благополучно. Так, ты с Сашей? Нет, конечно, не с Сашей. Тель-Авиву привет огромный. Вот. Понятно, где Новый год будешь. Я думаю, что Новый год я буду праздновать на работе. Что, в принципе, неплохо. Как думаю, Жальгирис Химки. Ну, мне кажется, Химки выиграет, я просто пораньше ушел, мне что-то не очень хорошо, я хочу немножечко подлечиться. Вот, до работы. Да.
я бы на твоей работе сама Новый год отметила. Ну да, кстати, у нас будет хороший Новый год. Ты где? Еду на работу. Иисус, выздоравливай. Обязательно приветствую. Привет, привет, Светлана. Вот. Губернский привет. Я уже не в Губернском живу. Вот. Но куда едешь? На работу. На работу мне сегодня и завтра. Ночи рабочие. Вот. Где работаю? Работаю в ночном клубе. Вот, хостес. Так, что там у нас? Так, мне важно что? Чтобы никаких больше вечеринок. Вот, еще ваш совет. Чем лечиться мне? Лимон мне обязательно надо съесть. Еще я думаю купить водки и перц. Говорят, что если выпьешь водку с перцем, то тоже неплохо. Понятно, да уж. Сегодня, кстати, давал комментарий журнал «Дома 2» по поводу моей жизни. Вот, я думаю, что в скором времени всплывет. Люба, здорово, дорогая, как дела? В Москве бываешь? Как с Кудряшовым умудрился связаться? У него вроде как образ жизни позволяет работать. Ну вот, Лёшка сейчас работает, благо. Ну там, конечно, работа у него вовремя зашла, ага. Кудряш работает. Вот, и слава богу. Мы с ним немножечко загуляли. Пару дней таких у нас было жестких. Вот, еще ездили там на шоу. Вот, поэтому привет-привет. Ты очень красивый, Витя. Спасибо большое. Вот. Вот так, Москва-центр нам сюда. Состояние ужасное. Вроде бы и по виду ничего такого. Состояние ужасное, правда. Я вчера еле вывез. Но, кстати, вчера неплохо выдал. Сегодня мне еще надо подработать как следует. Так, хочешь, я бываю в Москве, но улетаю в понедельник в Иорданию. Ого, это круто. Так, хочешь встречаться с Брянской? Но нет, я встречаться ни с кем не хочу, но с Брянской. Брянской, я общаюсь с Брянской. А, вот. Встречаться нет, я ни с кем, видимо. Что? Видимо, это ты ему помог. Ну, я сказал, да, что этот, что... как сказать, я попросил, чтобы его взяли. Но бы его бы и так взяли. Он парень харизматичный на этой работе. Он как раз очень даже ничего. Вот. Главное, чтобы работал. Главное, чтобы работал, дальше видно будет. Это, тут у него будет очень много возможностей для развития. А вот. А ты что, в Москве надолго? Да, я пока здесь работаю, Любочка. Пока буду здесь. А вот, я не знаю. То есть, в принципе, в январе будешь? Буду. Буду, поэтому когда будешь в Москве, пиши, увидимся, в кино сходим все-таки. Ну вот, отлично, прилетишь в середине января, замечательно. Так, а где у нас какой скоростной режим? Что-то не понимаю, почему все едут так быстро.
хорошо к тебе подошла. Ну да, да, Любочка. Было прикольно. Вот. Я польщен. Сейчас, короче, попробую народными средствами, типа лимончик съем, потом выпью водочки с перцем обязательно, кстати, все, я сказал, я сегодня пью водку с перцем, и клуб у меня просто гремит будет сегодня, я просто не буду танцевать до упаду, я сегодня буду в гражданском, никаких костюмов, вот, и буду отдыхать, на работе буду отдыхать. Целый лимон кайф, да, брат? Вот я сначала сейчас думаю, целый лимон съем. Потом в 11, когда на смену зайду, я выпью водочки. Ага. И начнется. Сегодня буду улыбаться, как всегда, танцевать, отдыхать. Ну, в принципе, вот, Игорь, неплохая работа так-то. Работа хорошая. Мало на какой работе можно отдыхать. На моей можно. Водка с перцем. Если только намазать тебя, так сказать, погреть. Хорошая работа. Работа бомба. Работа хорошая. Действительно, мне моя работа нравится. Вот. Посмотрим. Но все равно она не слишком прибыльная. Не такая прибыльная, как я думал. Поэтому я буду устраиваться еще на одну работу. Я хочу еще сейчас массажистом устроиться в спортивный клуб. Буду работать днем и вечером. Нет, днем и ночью, вот так надо говорить, да. Хочу год не спать, а потом открыть свой бизнес и умереть. Да нет, что? Та работа, которую я думаю, нет, я не танцую, я хостес. О, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Не возьму тебя сейчас в эфир позже. В следующий раз. Вот, сейчас за рулем и все такое. Вот. Я хостес заведения. Вот, но работа, да, работа, связанная с танцами. Но танцевать я просто так, и там музыка играет. Почему где-то потанцевать? Он шеф. Ты работаешь сегодня, он шеф. Ну уж я не совсем шеф, я не шеф даже, я просто хостес. Но да, я работаю, дорогой друг, прекращай. Блин, ну хотел бы я дотянуть, конечно, до босса, это было бы круто. Вот, а танцевать там просто мальчики будут не в конкуренции. Да не, у нас там есть, кстати, крутые типы, я потом, но я не танцую. Вот, но у нас есть ребята, кто танцует, вообще просто бомба. Дэн, допустим, Дэн такой бородатый, не знаю. Блин, кайфово танцует. Я честно, я люблю, когда классно танцуют, красиво. Мне не важно, мальчики, девочки, я просто имею в виду про танцы. И вот у нас ребята танцуют, конечно, есть просто нереально кайфово. Шоу бомбовое. Вот.
братишка, да, дорогой, да, будем, будем разговаривать, будем думать, да. Попробую на пиар, да, тогда к тебе на работу зайти, заходи, Любочка, заходи, вот, буду пиар директором сначала, а потом, может, еще что-то придумать, я надеюсь. Мне, честно, нравится, как бы, мне нравится работать в этой сфере, в которой я сейчас работаю. Я считаю, что это красиво, скажем так. Но это надо делать красиво. Целую.